Скоростной рижский электропоезд R200 – один из уникальных образцов советской инженерной мысли. Спроектированный в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века, он верой и правдой служил более 30 лет, перевозя пассажиров по маршруту Москва-Ленинград и обратно со скоростью 200 км в час. Регулярная эксплуатация R200 началась 1 марта 1984 года, но работы по его созданию стартовали почти на 20 лет раньше. В 1967 году было утверждено техническое задание на 14-вагонный электропоезд постоянного тока типа R200. В общей сложности в разработке и создании электропоезда R200 участвовали коллективы более 50 научно-исследовательских институтов, проектных организаций и заводов. В декабре 1973 года опытный электропоезд вышел из ворот Рижского вагоностроительного завода. Дальше начался долгий период обкатки, испытаний и кропотливой доработки машины. В 1974 году электропоезд поступил для обкатки и испытаний на скоростной полигон в Нижне-Белореченск-Майкоп. Здесь, после заводской наладки и обкаточных испытаний со скоростями до 200 км в час, в 1975 году были проведены комплексные приемочные испытания. Испытания показали, что основные тяговые и тормозные характеристики поезда соответствуют техническим условиям и по достигнутым на полигоне динамическим показателям при скорости 200-210 км в час. Поезд может быть допущен к продолжению комплексных испытаний на Октябрьской железной дороге. Испытания на Октябрьской дороге проводились с 1976 года, а 19 ноября 1979 года состоялся первый рейс с пассажирами. Работа по проверке надежности ряда ответственных узлов в условиях эксплуатации, их модернизации и усиления велась около 6 лет. С 1 марта 1984 года электропоезд был поставлен на постоянную нитку в графике поездов, когда поезд уже морально устарел и сильно отставал от заграничных аналогов. В апреле 2008 года РЖД объявила, что по факту запуска проекта скоростной магистрали Санкт-Петербург-Москва необходимость в этих поездах отпадет, и они будут выведены из расписания. Ко дню железнодорожника моторовагонным депо Санкт-Петербург-Московская Октябрьской железной дороги в дар музею железнодорожной техники были переданы 4 вагона первого состава скоростного электропоезда. 20 февраля 2009 года поезд совершил последний рейс в штатном режиме из Петербурга в Москву. 28 февраля поезд отправился в последний рейс с пассажирами, отправившись с Московского вокзала Санкт-Петербурга до станции Любань, где состоялась торжественная встреча двух поколений скоростных поездов R200 и Сапсан, который заменил скоростной электропоезд на линии Москва-Санкт-Петербург. Пассажирами последнего рейса стали железнодорожные работники, чиновники и журналисты. Вагоны электропоезда R200 находятся во многих железнодорожных музеях России. Так закончилась трудовая жизнь первого советского скоростного электропоезда. Электропоезд R200 навсегда ушел в историю.